только на снегу. Черные отпады. В Щелковском театре в минувшее воскресенье состоялась концертная программа, которая называется «Музыка кино». Для щелковцев этот концерт – один из самых любимых в репертуаре театра на Фабричной. Наверное, это наша визитная карточка. Мы всегда привносим что-то новое, то есть программа никогда не повторяется, но ту радость, которую мы видим в глазах зрителей, наверное, это самое ценное. И именно поэтому музыка кино всегда будет звучать на сцене театрально-концертного центра «Щелковский театр». В концертной программе «Музыка кино» звучали песни, которые знают и помнят люди всех возрастов. Наша музыка, именно музыка кино, очень, скажем так, любима нашим слушателям. Мы постарались сегодня сделать это более разнообразным. Будет звучать как музыка из советских фильмов, также из российских. Вот. И это будет не только песенный репертуар, это также будет инструментальная музыка, то есть в исполнении исключительно оркестра. В концерте участвовали известные в Щелкове и за его пределами певцы Виктор Сухонос, Сергей Коваленко, Сергей Есин, Александр Югорский, Екатерина Марахотова, Екатерина Мелехова. Усталость забыта, колышется чад, и снова копыта, как сердце горят. Зрители на ура принимали любимых артистов, певцов и музыкантов. Приятно слушать вот эти старые песни, которые нам дают какую-то вот жизнь, молодость, как говорится, вспомнить. Дает темп жизни, хочется жить дальше. Вот. Очень приятно, что такой зал есть, и где можно вот как-то хоть вспомнить, развеяться. Очень желание большое посмотреть, послушать, вдохновение. Очень здесь прекрасно, как бы, ну, голубая, снежная красота зимы. Нам очень нравится. На концерте прозвучала песня из кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Ее на протяжении многих лет во многих телепередачах и радиопрограммах исполнял Александр Градский. А музыку написала Александра Пахмутова. Время над прекрасными мелодиями не властно. Концертная программа «Музыка кино», безусловно, это замечательный подарок тем, кто любит ходить в театр. Кстати, недаром именно этим своим концертом Щелковский театр открыл праздничную новогоднюю череду представлений, спектаклей и концертов. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.